Станция метро Автозаводская. Вот сегодня съемка 5 красивых станций московского метрополитена. Первая Алматинская, вторая Заводская. Сейчас пойдем дальше. Автозаводская расположена на Замоскворецкой линии между станциями Павелецкая и Технопарк. Открыта 1 января 1943 года. 5 июля 1956 года носила другое название — завод имени Сталина. Позже этот завод имени Лихачева, сейчас назван по одноименной Заводской улице, юг Москвы, район Даниловский, выход к улицам Автозаводская и Мастеркова. Заводская улица, Заводская площадь, второй автозаводские проезды. Также станция связана с Московским центральным кольцом. Тоже станция автозаводская. 1 января 1903 года открыта. Вначале называлась завод имени Сталина. Сейчас Заводская линия номер 2. Колонная трехпролетная мелкого заложения. Колонны необычные. Конечно, на многих станциях можно увидеть вверху своды. В другую сторону Петергова, Зеленская слобода. Белозаводский рынок далеко. Такое оформление красивое, близко к центру. Приближение в центр. Следующая станция — Павелецкая, Павелецкий вокзал. До центра недалеко. Панно украшают стены. Все это необычная подсветка. Год открытия 1943. Во время Великой Отечественной войны. Есть троллейбусный маршрут от Автозаводской до Аннино. Старые поезда, поэтому много шума. На этой линии еще большинство старых поездов. В общем, от Автозаводской до Аннино почти до пересечения Варшавского шоссе и МКАДа. Достаточно длинный маршрут, но хорошо, что это есть альтернатива московскому метро. Центр ЗИЛ. Завод ЗИЛ недавно снесли, постепенно все снесли, эти цеха, и теперь строится новый жилой комплекс, микрорайон ЗИЛ-Арт с набережной. Идет тоже благоустройство территории.
временем все промзоны Москвы благоустроят. Красивая станция.